Всем привет! И сегодня на канале AliExpress Страна Чудес будет очередной маникюрный обзор. Сегодня будут витражные гели. Сразу хочу обратить внимание на то, что если кто-то занимается каким-либо видом рукоделия, это очень интересный материал для творчества, не только для дизайна ногтей, но и для какого-либо другого вида творчества. Особенно если кто-то занимается лепкой из полимерной глины. Девочки, обратите внимание, очень интересная вещь для покрытие каких-то изделий с полимерной глины может быть очень актуально. Я тоже искала нечто подобное, но сейчас я придумала там еще некоторые затеи, помимо дизайна ногтей. Сейчас покажу вам, как этот гель выглядит. Гель очень густой, все баночки доехали целые и невредимые, ничего не повредилось, все в целости и сохранности, ничего не пролилось. Я еще их не все открывала, я открыла всего две. Для примера покажу, вот у меня еще заказана вот такая вот баночка, такая цветочек, для того, чтобы мыть кисточки я купила. Вот тут нанесен красный гель, сразу предупреждаю, он с липким слоем, то есть если так вот на белое положить, видите, то есть он такой бледненький цвет, не такой насыщенный, то есть в баночке он более насыщенный красный, а если в один слой, как видите, не такой уж он слишком и темный. Но я думаю, что девочки, кто занимается ногтями, понимают, для чего все это нужно. На такую вот мензурочку, такую баночку я ссылочку оставлю, но на данный момент ее нет в наличии. Возможно, она появится в магазине. Если не появится, рядом с этой ссылочкой оставлю ссылочку вот на подобные вот такие вот баночки, только с крышечкой, вот такого плана. Потому что я знаю, что очень многие тоже любят такие вот стекляшки всякие. И многие не знают, где найти. То есть ссылочку я оставлю, а там сами выбирайте, что хотите. По гелям. В общем, как я сказала, гели очень густые. Я уже, думаю, сказала, что они все с липким слоем. И сейчас я вам покажу, насколько они густые. Тут у меня просто помечено, которые уже открыты. Я взяла всю палитру. Мне в хозяйстве сгодится, особенно кто занимается рукоделием. Кстати, вот насчет вот такой вот баночки, мензурочки. Отойду от... Покупала в фикс-прайсе вот такую штучку. Она шла вроде как для яичек, но я вот эту вот штучку покупала именно для того, чтобы вот так вот ее использовать. Это отходя от темы. И теперь опять переходим к гелям. Очень хорошие. Мне они понравились именно за их густоту. Очень понравились. И как я уже сказала, все приехало целое, невредимо. Все очень хорошо запечатано. Все хорошо было, очень упаковано. Вообще продавец молодец. Продавец, я с ним списала, все там спросила, все, что мне надо. Он мне на все мои вопросы ответил и мне все отправил. Это красный, то есть, чтобы показать. Достаточно густой гель. Так, чтобы вам было видно. Сейчас. Очень густой. То есть он не такой, что прям совсем-совсем, но вполне себе такая хорошая у него вязкость. В целом я довольна вот этими гелями. Единственное, что меня вот не очень порадовало, это вот как бы насыщенность цвета. Вот насыщенность цвета меня не очень вдохновила, но я думаю, что это ничего, это все переживаемо. То есть в несколько слоев будет достигнут нужный результат. И приехали мне кисточки для лака. Я уже говорила, что я совсем недавно решила начать пользоваться гель-лаками. Приехали вот такой вот набор кисточек. Этот набор стоит вообще просто сущие копейки. 3 штуки кисточки. Очень понравились кисточки. Вот это, знаете, как говорится, то, что доктор прописал. Обалденные кисточки мне понравились. Особенно вот эта вот и косая. Вот это вот прям то, что вот мне было нужно. Очень хорошие кисточки, очень качественные, нигде ничего не ползет, никакие в эти самые волосинки. Все-все очень хорошо. Ссылочки на них тоже оставлю. И, девочки, кому хочется заниматься каким-то дизайном ногтей, либо для творчества, гели рекомендую. Больше всего понравилось, что были очень хорошо упакованы. Ну и цена привлекательная достаточно. На этом сегодня все. Всем удачных покупок и пока-пока.